Значит, сегодня мы демонстрируем вам технику грудного массажа на молодом человеке, у которого есть показания состояния после бронхитов нескольких, здесь все забито, поэтому грудной массаж необходим для очищения и прогревания бронхов, плюс еще после курения. Вот, остаточное явление, поэтому сейчас вы увидите, как это делается. Вот, смотрите внимательно, и кто захочет, приезжайте, я это сделаю. Так, ну, куда-нибудь с этой стороны. Вы поясняете, пожалуйста. Значит, подготавливаем медовое пространство небольшое. Вот. И дальше техника медового массажа заключается в сочетании воздействия меда и воздействия биоэнергетические элементы, когда я концентрирую свою энергию в ладонь. И дальше происходит очень коротковременное, но очень мощное воздействие. Так, это была одна сторона. Сейчас мы переходим к водным процедурам. У нас здесь есть очень горячая вода. Сейчас она немножечко остынет. Вот и вариант прогревания и отмывания, заодно от меда и очень глубокое мышечное прогревание с одной стороны. Пациент потом с вами поделится своими ощущениями. Теперь мы накрываем, чтобы было тепло. Мышцы прорабатываются достаточно глубоко, потому что они разогреты. Кроме того, мед очень быстро проникает в органы и в участки, которые поражены. Сейчас еще немножечко добавим. Обратите внимание, что несмотря на такое, казалось бы, бурное воздействие, волосяной покров практически не страдает. До этого времени мы хорошо размяли мышцы, сделали достаточно большой по времени процедуру классического массажа. Ну и в финале, в довершении, вот такая процедура, которая дает возможность очень хорошего эффекта. Вы можете услышать
если пациент захочет высказаться, что он по этому поводу думает, то пожалуйста. Можно сейчас сказать? Да. Можно сказать, скажу. Ощущается очень хороший прогрев, честно говоря, аж даже после ребер изнутри. Вначале немножко больно, но потом происходит процесс жжения. Внутри? Внутри, да. Угу. Не кожи, а именно мышц. Ну и это ощущение прогревания будет достаточно долго, несколько часов, 5-6 часов, причем... Надо одеться потеплее. Да-да-да, причем ощущение будет такое, что вот проходит вглубь, все глубже, 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 и вот будет очень долго он чувствовать, что там тепло, и это тепло, и как раз лечебный эффект. Все, спасибо за внимание, переходим к следующему пациенту.